Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Harder Sudden Fire, перед нами Oppo A15s, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве войти в упрощенный режим. Для этого нам нужно зайти в настройки и выбрать пункт, который называется «Начальный экран и обои», «Режим главного экрана», и здесь выбираем «Упрощенный режим». В упрощенном режиме у нас все иконки, весь текст увеличивается, все ненужные приложения и так дальше иногда запихиваются в папке. Почему-то здесь у меня все не запихнулось, но суть в том, что это режим для новичков в пользовании телефоном, для людей, у которых есть проблемы со зрением, для детей и так дальше. То есть здесь все очень большое и все выглядит так максимально просто. На этом все. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале, подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.